السلام عليكم حومي التلاحة وصرخون تغن بريد أشوق دعيو اللوشة أصلا بيك ليو ربيتا رسويت زري Веденском районе, на речке Убасаль. Вот, решили с утречка с бульоном начать пободриться. Чай со сливками, кофе с аджикой. Сейчас пойдем снимать природу. Палатка была, но мы ее уже собрали. Плохо замерзла, дырка стала. Вот, это река Бас. Чистая, прозрачная, даже пить можно. Плохо сделал, да, лохи рады. Вот так. Зависали вчера и сегодня будем вдали от жен, но я буду в своем тотальном одиночестве. Вот пришли расслабиться на речку. До того гуляли, что чувства наизнанку силы на износ пошли. Вот так вот. Погода солнечная. Думаю, если сейчас я перейду эту речку, то успею до канадской границы. Пардон, до грузинской границы. Вот так вот. Мы готовы. Вот зажгли мы костер пионерский. Казановая кастрюля. Внутри бульон с картошкой. Баранина. Сейчас кукурузу мы приложим туда. И будем сегодня обедать. Так что заходите к нам на огонек.